Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас началось новое событие – китайский Новый год. Сегодня это 8 февраля в 16 часов по Москве, и длится оно будет до 14 февраля, 16 часов по Москве опять. В чем суть? У нас есть три этапа, каждый длится по 2 дня. Каждый этап – это по 3 каких-то задачи. За каждую задачу получаем маленькие награды, там заявку на улучшение оружия, заявку на смену внешности, серебро и прочие мелочи. Самые главные награды. За 5 выполненных задач – портрет китайский доброволец, за 7 выполненных задач – декоратор никнейма. Что фактически означает, что мы можем пропустить 2 задачи и при этом получить все главные награды. Пройдем по этапам. Первый этап – уничтожить 70 противников из винтовки с продольно скользящим затвором. Ну, берем Винчестер, Манлихер или любую другую болтовку и выполняем. Вашими инженерными постройками воспользовались 25 раз. Пожалуйста, не стройте колючку рядами. Каждый раз, когда запускается такой ивент, начинается массовое строительство этого мусора. Постройте респу, пару ящиков патронов, это выполнится достаточно быстро. Тем более, что третье задание – это сыграть 6 боев. За них вы, скорее всего, это сделаете. Второй этап – убить 50 противников выстрелами в голову. Ну, это не так сложно, разберетесь. Вашими инженерными постройками воспользовались 50 раз. А тут уже есть подвох, как по мне, потому что из-за этого задания построек будет уже очень много. И вы вряд ли сможете нафармить быстро эти 50 использований. И это одно из тех заданий, которое можно пропустить. И сыграть 6 боев. Это несложно. Третий этап. Уничтожить 150 противников, играя за класс штурмовик. Ну, за несколько боев сделать это легко, хотя по 50 фрагов за бой можно вывозить. Уничтожить 6 единиц техники. Учитывая, что техника уничтожается проще всего с другой техники, скорее всего будет ее спам. Поэтому выполнить будет просто. И победить в 3 боях. Это тоже не должно составить труда. Напоминаю, что каждый из этих этапов меняется раз в 2 дня в 16 часов по Москве. При этом эти задания выполняются только в обычном режиме отряда, не в кастомках. Ивент достаточно простой, но и награды не впечатляющие. С учетом того, как анонсировали этот ивент заранее с кучей картиночек, там этих дракошек, я честно ожидал большего, но и так сойдет. С вас лайк и подписка, чтобы не пропустить новости по игре. В описании ссылочка на фанатский телеграм-канал по игре, мою группу ВКонтакте и Discord сервер. До связи, товарищи!